университета, благодаря которому при советской еще власти вышли эта книга, 150 тысяч экземпляров. А у вас акты уже готовы? Кто? Акты к приему передачи. Да, готов. Все готово. Готово. Вот, лежа, ну, мы готовы подписать. Все здесь, я показал уже все. Ксерокопия есть. Да? Это библиотеки Ленина, парламентской библиотеки Москвы, исторической. Главные, которые города встречаются, там Самара, Тюмень, везде есть. И в Алтае это последний мы заканчиваем. Да? Здесь проверено на самом высоком уровне. Более патриотических книг сегодня просто невозможно найти. У нас главный лозунг висит и сделал. Россия должна встать. Это мой народ, это моя земля, другого не будет. И вот когда Ольга Васильевна Шукшина встретилась с нами, она говорит, это вот то самое, над чем папа работал, пробудить совесть людей. Совести нету, мы потерянные люди. Я вам там одну книжку принес, это русско-немецкий Новый Завет, но она ко мне не относится, я просто так ее подарил. Изучать легко, просто смотрю. Ну, Игнатий, директор библиотеки Светлана Валерьевна. Да. Она примет, оформит. Уже приняла, все оформила. Уже оформила? Все оформила. А, ну все, так вас поздравляю. Так, мы поехали. Посмотрите. Вот, вот такую книгу, я просто прошу ее на учет взять. Это 300 поэтов России за 300 лет. Вот показывает. Что они сказали по определенной теме? Допустим, о становлении прочной семьи. Кто скажет? Да не скажет никто. А какое участие приняли в революции? Это у меня Максимилиан Волошин, стихотворение. Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии. И 6 поэтов России, что говорили об этом? Ну, без Евгения Тушенко, конечно, мне бы не провернуть. Это 20 тысяч файлов, я должен был день и ночь пропущен. Давали. У меня это вопросы, которые мне задают на телевидении, на радио задавали. Вот она, я как-то издана. На какой бумаге? Да, я вижу, качество очень хорошее. Видите, какие это? Ахмадулина кто? Краткая его биография. Так, Анна Ахматова. Краткая ее биография. Это наши поэты. Хорошо. Мы не просто должны знать их. Мы должны взять у них самое лучшее и притворить жизнь. Мы должны жить по самой высокой шкале. Жизнь такая короткая. Обязательно. Спасибо. Храни вас Господь. Спасибо. Так, вы возьмите себе. Я взял. А, чтобы наш сайт вот был. Да, да. Так, мы пошли. Просто с нами сфотографируется она может. Нет, теперь. Я хотела вас просто вот здесь за столиком один снимок. Давайте. Если позволите, я сделаю. Так, подождите. Сейчас мы на улице сфотографируемся. Я положу пока сюда. И ваши книги. Сейчас можно еще один? Нет. Сережа, ты вытащил?